Привет, друзья, меня зовут Александр Дакин, и сегодня я детально разберу матрас «Жасмин» от украинской торговой марки «Матралюкс». «Жасмин» — это двусторонний ортопедический матрас. Эта модель не имеет пружинных блоков, поэтому хорошо повторяет контуры тела и обеспечивает анатомический эффект. Материалы матраса не вызывают аллергию и пропускают воздух. Матрас «Жасмин» средней жесткости. Он рассчитан на людей весом до 130 кг. Его высота 21 см. Матрас «Жасмин» подойдет для людей разного возраста с активным образом жизни. Во время отдыха обе стороны матраса поддерживают тело в правильном положении. Модель идеально подходит людям с крупной комплекцией тела. Максимальная нагрузка на одно спальное место матраса «Жасмин» не должна превышать 130 кг. Но если ваш вес 60 кг или меньше, матрас может оказаться для вас слишком жестким. Чтобы определить подходящий для вас уровень жесткости, смотрите в таблицу персонального подбора матрасов, нажав на ссылку под этим видео. Основа матраса – это огромный слой наполнителя Natural Foam, который дарит неповторимый анатомический эффект. Он полностью повторяет контуры тела и позволяет максимально отдохнуть. Матрас состоит из наполнителя Natural Foam и Oxygen Foam. Чехол матраса «Жасмин» изготовлен из ткани стрейт-жаккард на молнии. Это современная высокоэластичная ткань с дышащим эффектом. Чехол прочный, долговечный и не вызывает аллергии. Если вам необходима более детальная консультация, обращайтесь в компанию «Свит Матрасев». Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. С вами был Александр Дакин с обзором матраса «Жасмин» от украинской торговой марки «Матралюкс». До новых встреч. Увидимся.